Если ждал серию по Trailmakers, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. Приветищи! Это Trailmakers, и сегодня у нас финальная серия. А еще нам открылся облаколет, и нужно посмотреть, что это за дичь такая. Но облаколет это, мне кажется, тот же квадрокоптер каркасный, только покруче. На котором... Почему я выпрыгнул? Вот зачем я это сделал? Десантировался, блин. О, вот так-то лучше. Так, значит. О, энергоблок. То есть я подобрал блок, энергоблок, который дает мне более мощный двигатель. Ну ладно, спасибо вам за это. И вот, к чему мы так долго шли, это облаколет. Но потом, естественно, космический корабль. Но сперва, естественно, мы построим вот эту штуку. Ядрен, батон, какой он здоровый. Ну да, это очевидно, что вот этот облаколет нужен для того, чтобы таскать огромные обломки. За которыми мы сейчас, собственно, и отправимся. Для того, чтобы... Ой, кажется, я свой этот... тачечку немножечко повредил. Короче, для того, чтобы построить космический корабль, то, к чему мы так стремимся, и чтобы свалить уже как можно скорее с этого долбанного острова, точнее планеты. В общем, что нам нужно для космического корабля? Кабина космического корабля, я знаю, где ее найти. На летающем острове, конечно же, куда мы сейчас и отправимся. Вот здесь вот это все дело находится, вот оно. Нет, это хвостовая какая-то фигня. Диспенсер пляжных мечей, нафиг мне это сдалось. Вот, вот где-то здесь. Это... Во, кабина космического корабля. Значит, это вот этот блок. Он находится на высоте 1233 метра. Не беда, у меня есть пропеллера. Поэтому я долечу туда. Что ж, давай посмотрим, как это опять досталось моей машинке. Посмотрим, как эта штука работает. Ага. Здесь у нас есть куча ускорителей. Смотри, как винты интересно работают. То есть, когда я хочу повернуть влево, винты крутятся влево. Поворачиваются колеса и работают ускорители. Хочу повернуть вправо, пропеллеры крутятся вправо. Колеса поворачиваются вправо. Ну, короче, все понятно. Также у нас, смотри, куча ускорителей вот здесь вот. Просто капец. То есть, если я захочу полететь вперед, мне достаточно включить задние ускорители, вот эти вот. Если я захочу полететь назад, то работают вот эти ускорители, да? Ага, все. Да блин. Все понятно. Ну, осталось только взлететь. Давай взлетаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хьюстон, у нас проблемы. Что ж мне вечно с этими квадрокоптерами? Все через одно место идет, а? Попыточка номер два. Смотри, тут на колесах грузы. А грузы для чего-то стоят, непонятно для чего. И сверху тоже грузы. А сзади грузов нет. Ладно, неважно, давай попробуем взлететь. Вот мы взлетаем. Слава богу, нормально взлетели. В этот раз ничего не перевесило. Смотри, как винты работают странно. Что с ними? Передние винты, что с вами? Вам плохо, что ли? Капец, это как? Ну ладно. Пускай хоть как, главное, что я лечу. Значит, разворачиваемся. Разворачиваться на этой громадине очень сложно. Центральная часть похожа, если честно, на джетпак. Если убрать трубы и пропеллеры, то получится чистой воды джетпак. Кстати, надо будет попробовать сделать здесь джетпак. Почему бы и нет? Подлетаем к летающим островам. Захожу на посадочку. Мягкая посадочка. Но не совсем. Грузики отвалились. Ладно, починимся. Где этот блок? Нужно развернуться. Скорее всего, вот этот тот блок нам нужен. Тихо. Выпрыгиваем. Выпрыгиваем. Все пошло не по плану. Да, это кабина космического корабля. Стой, 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 стой. Не катись, не катись, не катись. Нельзя катиться. Да что ж ты будешь? Капец. Где тачка? Тачка, останови его. Останови его. Ну, блин, ну куда ты покатился? Я иду за тобой! И главное не убиться бы мне. Отлично. Вроде все нормально. Так, значит, нам нужно этот блок каким-то макаром выкатить, чтобы можно было спокойненько загрузить его в наш новый коптер. Убился об металлолом.
Значит, выкатываем его на ровную поверхность, хотя тут нет ровной поверхности, тут все под углом. Как вообще так вышло-то? Значит, ладно, оставляем все. Да не то я хотел! Оставляем, короче, этот блок прицепленный к тачке. А сами сейчас пойдем и сделаем вот так вот. Подъезжаем к нашей кабинке. Цепляем ее. Ага. Ну и чтобы не тащить за собой наш монстр-трак, мы сейчас его отцепим теперь. Теперь он нам не нужен. Спасибо, бро. Ты выполнил свою миссию. Садимся. И делаем ставочки. Нормально ли мы взлетим или вообще не взлетим? Короче, пиши свои комментарии. А я на счет 3. 1, 2, 3. Поехали! Воу, мы взлетели спокойненько. Офигеть. Ну, да, на самом деле здесь огромные винты, и даже сомневаться не стоило, что вот этот огромный металлолом поднимется в воздух. Заходим на посадочку аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Главное не долбануться. Есть! Мы сели. Потеряли колеса, правда, но ничего. Кабина космического корабля разблокирована. Космический корабль разблокирован на 92%. Осталось совсем чуть-чуть. Давай посмотрим, что там осталось для космического корабля. Вот он, эта кабинка. В бесконечность и дальше. 50 килограммов весит кабинка, между прочим. Для корабля нам осталось автоматический простой хвостовой киль и 2 энергоблока. Значит, ищем автоматический простой хвостовой киль. А, собственно, вот он. Вот тут он находится. Ну, как бы летел за одним, прилетел не за тем. Но все равно, энергоблоки нам нужны. Так что в любом случае мы сейчас его заберем. Заберем мы его вот на дрон-пикапе. Главное, чтобы у нас все получилось. Значит, хотел сказать, грузим. Не грузится. Есть погруз, получилось. Черт возьми, перевешивает нас немножечко. Ну ничего, вроде как спускаемся вниз, слава богу, летим. Ну как сказать летим, падаем. Сейчас бы приземлиться еще грамотненько на сушу. Только на сушу что-то не получается. Ну вот пошло, опять все не по плану. Ну что ты будешь делать, а? Ух, мы сели, мы сели! Единственное, не так, как бы мне хотелось, но... Ну ладно. Отпускаем... Нет, не отпускаем блок. Пересобираем наш дрон-пикап. Ух! Теперь нам поможет здесь наземная тачка. Наш погрузчик. Теперь достаем, отлично. Осталось только его схватить. Ух! Ну и все. А я тут морочился. А я переживал. Твою ж мать! Насчет... как его там этот? Джетпака. Я подумал, чтобы сильно не мудрить, возьму вот так вот, просто вот это вот удалю лишненькое, и оставлю только кресло с ускорителями. Это тоже надо удалить. И в принципе, вот тебе джетпак. Но это не совсем то. Нам нужно эти ускорители разместить симметрично, то есть один сюда ускоритель и еще один сюда, то есть вот так вот как-то. Давай теперь пробовать, что из этого вышло. А, слишком вот мы что-то пытаемся подняться, но мы слишком тяжелые, да? Как насчет надбавить ускорителей? Вот так вот получается. Ну-ка. О! Уже поднимаемся. Это здорово. Попыточка номер 2. А вот он и джетпак. Ой-ой-ой, только нас переворачивает сильно. Е-е-е, мы летим на джетпаке, только он недоработанный. Немножечко переделал джетпак. Пробуем еще разок. Вот! Вот! Теперь мы спокойненько можем летать. Ну чё, норм же?
Какие нафиг... Ууу, как я могу делать? Прикольно. Сальтухи-вертухи. Ха-ха, нифига себе, вот это управляемость. Блинский. Крутись, вертись, что делай хочешь. Вот это я понимаю. Захожу на посадку. И с мягкой посадки меня. Как насчет того, чтобы прицепить сюда еще реактивный двигатель в кардановом подвесе? Мне кажется, это будет вообще бомба. Ну-ка, давай запустим его. Поскольку он несимметрично стоит, он нас не может поднять. Мы тогда сделаем вот так. Вот это вот убирается все. И вместо этого клеится этот двигатель. Это мы сейчас на ускорителях поднимаемся. Квадрантный... Нифига себе, квадрантный! Двигатели нас как крутят, смотри. Ой. Кажется, я их не так установил просто. Эти двигатели надо переделать. Сейчас приземлимся. Подожди, двигатели у нас установлены все правильно. Проблема в том, что... Проблема в том, что нужно просто поднять повыше всю эту конструкцию. Все! Все готово. Все более-менее работает. Вот таким вот макаром. Все управляется очень... Хорошо. Короче, я мудрил. И сделал вот такой вот... Я даже не знаю, что это. Джетпако квадрокоптер, что ли, это получилось какой-то? Я даже не знаю. В общем, летает он вот так вот. Очень маневренная, классная штука. Миниатюрная. Единственное, я даже не знаю, сколько она будет поднимать. Конечно же, не без изъяна. Тут есть свои минусы, о них я не буду говорить. Потому что у меня все идеально. Типа. В общем, вот наш автоматический простой хвостовой киль. Черт. Вся конструкция развалилась. Ну, блин. Нам нужно его с тобой как-то утащить. Как мы его с тобой потащим? Конечно же, все просто. Цепляем магнит вот сюда вниз. А лучше не сюда, а вот сюда. В воздухе схватить наш этот обломочек. Получится у нас это или нет? На-на-на-на-на. Почти. Есть! Схватили обломок. Отлично. Все, тащим его к дрону. Набираем максимальную скорость вниз. 230. 230 максимально. 240 уже. О, вот эта скорость. Замедляемся немножечко. Ну вот, в принципе, и все. Без всяких сложностей, спокойненько. Доставляем обломочек. Главное... Вот так вот. Автоматический простой хвостовой киль. Шикарно. Космический корабль завершен на 95%. Что нам там осталось? Всего лишь два энергоблока. Отлично. Сели. Теперь самая сложная задача. Это грамотно схватить... Нет. Тут грамотно не получится, нужны ножки. По-любому. Отлично, почти. Почти отлично. Вот. Садимся, хотел сказать. Все будем делать по стандарту. Включаем магнит. Присасываем и полетели. Оу! Он почти присосался, но он упал. Похоже, что попыток надо будет делать довольно много. Тут нужно мастерское пилотирование. Просто как вот на вертолете. По чуть-чуть. Есть контакт! Получилось! Ну и все, там уже дело техники. Дроном мы его, я думаю, затащим. Настал момент X. Смогу ли я подтащить грамотно его к дрону, чтобы он не коснулся земли, а тихо, и не взорвался. Ну же. Да блинский. Ну почти же. Давай. Ту, прям вот же. Короче, тактика изменилась. В этот раз я просто его попытаюсь... аккуратненько положить на землю, и уже с земли я подниму его каким-нибудь другим транспортным средством, и, в принципе, все должно пройти успешно.
Потому что то, что я хочу реализовать, это просто ювелирная работа. И не для такой техники, на которой я лечу. Так, вот мы приземляемся. Тихонечко. Я сейчас этот блок отпущу. Ух, ей! Значит, берем теперь погрузчик. Аккуратненько подкрадываемся. Надеюсь, он сейчас не бомбанет. Если он бомбанет, это будет просто феерическая фиаско. Вот так вот. Поднимаем, чтобы никаких проблем у нас не возникло. И все. Шикар. Последний энергоблок остался. А последний энергоблок находится у нас здесь. Ну, это не совсем последний, просто это тот энергоблок, который нам нужен. Проявляем наши творческие способности по пилотированию и захвату на весу бомбящих и очень опасных обломков. Почти я его поднял, но вот что-то пошло не так. Здесь еще место такое не очень, не очень. Эй, ну, тихо, не бо... Давай, чуть-чуть. Еще, блин, дерево мешает со своей листой. Ну, блин, что ты не мог схватить, что ли? Совсем рядышком, вот бочиной коснулся его. Ну-ка. Готовченко. Все, пикируем вниз. Я думаю, что пикируем прямо к той площадочке, где мы должны построить наш космический корабль. Рядом с ним есть дрон, это шикарно. Хватит уже крутить, вертеть меня. Надеюсь, что сейчас все пройдет с первого раза успешно. Шикарно. И не придется взлетать заново туда, откуда я притащил этот обломок. Ну-ка посмотрим. Попытаем свое счастье аккуратненько его положить. Ух ты, как я вообще грамотно залетел! Космический корабль 100%. Доступен новый чертеж. У нас появилась стрелочка какая-то, типа, добраться до пусковой площадочки, 138 метров. Но тут совсем близко. Сейчас мы долетим. Вот она, эта площадочка. Отлично. Мы добрались. У меня все отломилось нафиг. Так, и походу, что именно здесь-то мы сейчас и будем строить все, да? Как-то все слишком быстро завершилось. Поздравляем, вы вернулись в космос! Всего через несколько световых лет вы дома и в безопасности. Что могло пойти не так? Статистика инцидентов. Проведено на планете 37 дней. 37 дней мне понадобилось, чтобы собрать весь металлолом и построить корабль. И 7 часов. Собрано предметов 124 из 156, то есть 124 это были такие более-менее основные. Пройдено охот за самородком 1 из 30. Это, короче, за пчелками-то когда гоняешься. И, в принципе, все. Давай продолжить игру нажмем. Шикарно. Мы как бы улетели, но все равно остались на этой планете. Давай попробуем построить свой космический корабль. Не то, что там в мультике нам показывали. Строим. Вот она наша летающая космическая карета, хотел сказать, ракета. Перекрасить ее нужно в белый цвет, потому что, о, у нас тут изменения какие-то появились. Смотри, какие блок Invisible. Блок Invisible есть? Офигеть. Кирпичные блоки, ну это покупать нужно. Но то, что невидимые блоки, это просто чума. Погоди, корабль давай покрасим в белый цвет. Все в белый цвет, вот так вот. Это реально теперь космический корабль. Надо это поставить на землю теперь. И сейчас мы туда сядем. Вот.
Ну а теперь давай попробуем отсюда свалить. Свалить-то, конечно, не получится, но кто знает. Почему-то мы сидим вверх тормашками, нам пишут. Но у нас все по плану, вон он, я сижу. Че, давай взлетать, что ли? Поехали! Поехали!